Доброе утро. Сейчас 7 утра, 25 декабря. Сегодня Рождество. Дети на каникулах, у Андрея выходной. Еще у нас гостят наши знакомые. Мы сегодня собираемся ехать в Маастрихт. Это на юго-востоке Нидерландов. То есть это вообще самая-самая дальняя от нас точка. Ехать 2 часа на машине в одну сторону. Нас много, мы собираемся ехать с детьми. Поэтому мы, наверное, возьмем вторую машину в прокат. И поедем все вместе. У нас, кстати, наши гости, гостья, довольно известный человек в узких кругах, а может и не в узких. А если вы ее узнали, пишите в комментариях. Интересно вообще, насколько пересекаются наши с вами интересы. Ну, потому что если пересекаются, то наверняка вы ее знаете. Так, что еще? Вечером мы хотим вернуться не поздно, чтобы поужинать, потому что сегодня Рождество. Поужинать как-то более-менее торжественно и вкусно. Но поскольку мы целый день будем где-то шататься, я чуть не очень понимаю пока, как все это организовать. Наверное, сейчас я пойду за маринованную курицу. И чтобы вечером мы приехали, могли ее быстро приготовить. Может быть, я еще не знаю, может быть, с нами не поедет Гордей. Если он не поедет, то я просто засуну все в духовку перед отъездом и попрошу его включить, ну, когда ему позвоню, за несколько, там, за 1,5-2 часа до нашего приезда. Все, я уже позанималась голландским, сделала тренировку с утра, да, а время 7 утра. Пошла заниматься нашим ужином и вернусь к вам еще попозже, буду все показывать. Так, когда такие толпы народа дома, то получается вот так вот, посудомойка загружена вообще по самую крышу. Так, мне нужна вот эта штука. Замариновала курицу в соевом соусе, в меду и с чесноком. Соль я не добавляю, масла никакой не добавляю. Потом будем делать просто в духовке. Будет ждать нас, наверное, в холодильнике. Если бы на пару часов, то можно было бы просто оставить на кухне снаружи. Но поскольку мы надолго уезжаем, то я думаю, что оставим в холодильнике. Когда дома толпа народа, все встают в разное время. Дети уже завтракают. Доброе утро, малыш. У Эвана хлопья шоколадные. А у Киры хлопья какие? Юникорны и шоколадные. Юникорны. Семья из двух менеджеров проектов, два гения планирования, поняли, что собрались ехать в Маастрихт, при том, что у нас не заряжена машина. 122 километра, этого даже в одну сторону, кажется, не хватит. Ну, то есть не кажется, а точно. Так что мы выдвигаемся на суперчарджер. Ноль двадцать пять, кажется, да. Да, примерно 0,25 киловатт. Чем дольше заряжаешься, тем ниже скорость становится. У нас уже последние километры. На них уйдет 10 минут. Мы хотим зарядиться почти до максимума, потому что ехать далеко туда-обратно нам больше 400 километров. Мы на первом месте! Командная работа! Поехали! Чего не сделаешь, пока заряжается Тесла? Уже почти 11 утра, я наконец сажусь завтракать. Сейчас поем и будем будить гостей, которые до сих пор спят. И, наверное, поедем, может быть, без детей, потому что дети что-то не очень хотят ехать. Упс. Эван тут бегает. Итак. Вы уверены? Они же кусаются. Ой-ой. Я вот их боюсь. Итак, время 12 часов дня ровно. С нами один ребенок.
Ася Казанцева, бывший муж Аси Казанцевой, мой нынешний муж. Выезжаем в Мастрихт. Я все еще нынешний. Я думал, после того, что я сделал утром, уже нет. Два с половиной часа в дороге. Все уныло. Погода так себе. Два с половиной часа в одну сторону. И мы почти в центре Мастрихта. Вообще довольно сильно отличается от остальных городов Нидерландов. И очень все украшено. Стоп, Эван, стоп. Не на дорогу. Не на дорогу. Переходим, переходим. Давай ручку. Мы приехали специально попозже, чтобы немножко хотя бы застать и заснять темноту. Потому что, мне кажется, очень красиво, когда вот эти всякие огоньки горят. Мы заехали в Мастрихте к нашим друзьям, которые на самом деле живут в Амстердаме, но сейчас они приехали сюда поразвлекаться тоже. Это я. И вот они снимают на Airbnb такое жилье. Тут много разных спален, но вот это самое прикольное. Они в большой компании с родителями. В общем, где-то очень высоко под потолком есть кровать. Вот там. Гламур. Я тоже так хочу. Еще и душ вообще офигеть. Тебе можно идти. Это не море, Эван, это река. Это похоже на море. Похоже на море, но это река. И вот мы гуляем по Мастрихту. Едим макрель. Эван. Да. Привет. Тебе нравится в Мастрихте? Да. Как-то погода получше стала, пока мы гуляем. А, не знаю, сейчас посмотрим. Магазины все сегодня закрыты, потому что Рождество. Но там впереди, кажется, есть ярмарка, куда мы, собственно, и собирались. Впереди колесо, так что мы все правильно идем. Вин, создаваемое артистом дыхания. Мергеля? Мергеля. Прикольно. Мергель – это биологическая формация, соответственно, дыхание охристое, потому что, видимо, в этом мергеле много охры. Всякое интересное. У наших друзей нету голландских карт, а тут везде либо принимают местные голландские карты. Не хочу снимать людей посторонних, вот, либо наличные, поэтому мы пошли к банкомату. Я хочу это и это. Толпы, все что-то едят и пьют. А Иван требует покатать его на колесе обозрения. Рыбка. Где же селедка? Покататься на колесе обозрения стоит 6 евро. Компанию готовка. Куда пойдем? Колесо обозрения. Мне кажется, я в своей куртке не очень помещаюсь. Эван, мы куда-то поехали. Страшно, Эван, или здорово?
Малыш вообще обычно ничего не боится. Я боюсь высоты вообще-то. Да? Да. А я не знал. Эй, помашите с ручкой. Мы катаемся на крысе. Холмы! Холмы! Боже мой! Телефон. Ветром. Вот. Это здесь находится самая высокая точка галактики. И, возможно, мы прямо на ней. Забор красивый. Ты дрожишь от страха? Мы на самом верху сейчас. Кажется, делают 3 или 4 круга и на последнем высаживают. В Мастрихте, кажется, по-немецки написано. Это явно не голландский. Настоящие ангелы. Телефон сам перешел в режим оплаты Apple Pay. Да? Когда ты пошла в магазин, да. Почувствовал, что это... Если в стране нету снега, то люди катаются вот на таких вот, подстилают какие-то куртки, тряпки, в общем, кто на чем. Вот как-то так это выглядит. Снег отсутствует. Рядом Бельгия. Написано, что это домик Санты. Смешные. А тут готовят шампиньоны. Сейчас 16 часов, уже начинает темнеть. Мы хотим погулять чуть-чуть еще, ну, может, часик. И поедем. Мы хотели на темноту заставить, чтобы на все эти фонарики посмотреть. И майонезик. И птенцов. Птенцов кормить. Давай я тебе буду давать, малыш. А это, кажется, копченая рыба. Thank you.
пришла Мила Романовна. Будьте мне извини. А у нас уже есть звезды языки, мне кажется, ничуть не хуже, но эти тоже ничего. Ой, это же видео. В Мастрихте такой вот большой пешеходный мост есть через реку. Но он не только пешеходный, он еще велосипедный, конечно. В 17:43, до дома 2 часа. Мы выезжаем, нагулялись. Едем домой, сейчас надо позвонить детям, чтобы они поставили готовиться еду, чтобы когда мы приехали, уже все было готово. Но у тебя должна, должен быть режим, где две палочки, одна сверху, другая снизу. Какой-то жуткий промышленный район по дороге. Мы на суперчарджере, а знаете почему? В принципе, нам хватало километров, чтобы доехать до дома, но Андрей любит ездить очень быстро, поэтому нам теперь надо ехать либо очень медленно, либо мы не доедем. Мы решили, что лучше мы подзарядимся 10 минут и дальше поедем с нормальной скоростью. А еще знаете, как мы развлекаемся, пока машина заряжается? Андрей играет в гоночки. Кира под моим чутким руководством, пока мы ехали, поставила все в духовку, ну, вернее, поставила я, Кира все запустила, и Гордей потом, по моим указаниям, тоже все тут менял местами. Сейчас будем ужинать. Еще для пьющих мы сейчас быстренько сварим глинтвейн. Эван разложил приборы, у нас сегодня все по-простому, хлеб, овощи, и идем за курицей. Ура! Так, стул-челлендж, ну-ка. Стул-челлендж, я понял. На три. Сделать три этих. Раз, да, два, три. Все, стоп. А, вот так. Да. Андрей, ставь. Стул. Да. Голова. Взять стул, поднять. Взять стул. Давай, земли. И распрямиться теперь. Ну вот. Кстати, у некоторых девчонок получается, потому что у них смещенный сертификат. Это было в динамике. Упереться головой, поднять стул. Погоди, не поднимет. Мне ноги слишком большие. Я понял, в чем прикол. Ноги просто короткие, типа тут, блин, короче. Так. Кто, кто наш герой? Я не знаю, что ты так сделала. И теперь вставай. Вообще изи. Ася наш герой. Ты что-то не так, когда я дома попала, у меня тоже не получалось. Мне кажется, потому что у тебя очень тяжелый стул был дома. У него были большие тапки. Угу. Прическу не использовать, не стирить. Не тесно.